Друзі, вітаю. Сьогодні у нас розмова з людиною, яка на фронті є просто без перебільшення легендарною постаттю. Це Михайло Ніколов, позивний Лермонтов, підполковник Збройних сил України. Про його посади, біографію і як він захищає Україну, можна, та можна і 100% треба зробити фільм, книгу і все, що необхідно. Зараз ми просто робимо інтерв'ю. 14-го року Михайло Ніколов на війні. Він пішов добровольцем в батальйон «Донбас», пройшов Іловайськ, пройшов полон, воював багато років під час АТО, був заступником командира батальйона «Донбас» 46-го батальйона вже в складі ЗСУ, потім був командиром диверсійної групи Головного управління розвідки Міноборони, знов затримувався, ну а зараз, з початку війни, він на фронті, зараз він служить в 68-й піхотній бригаді. Підполковник Ніколов є одним, я вважаю, одним з головних фахівців в Україні з питань мобілізації. Це зараз найгарячіша тема. Досі в Україні зараз закон про мобілізацію, він його внесли, відкликали. Це велике питання зараз для країни, оскільки людей на війні, ми не можемо їх нескінченно направляти, є певне обмежене мобілізаційний ресурс. Розкажи, будь ласка, про свою роботу в військкоматі. В 90-х годах служил в нескольких районных військовых комиссариатах Днепропетровской области. Продолжал дальше службу в Днепропетровском областном военном комиссариате, в том числе на областном сборном пункте во время проведения призыва молодого пополнения. Какое отличие от того, что происходит сейчас, несмотря на те серые темные времена? Главные документы, такие как настанова по мобилизации, в том числе критерии отбора, самое главное, критерии отбора молодого пополнения, они выдерживались. Они выдерживались очень жестко. Для подготовки по определенным висково-обликовым специализациям в тот же начальный центр Десна, поверьте, просто так боец туда попасть не мог. С каким-либо обмеженным состоянием здоровья, за морально-психологическим станом. Я могу долго перечислять, но то, что происходит сейчас, я этого не вижу. На данный момент нарекания, я уверен, есть у любого представителя войсковой частины, любой бригады Збройних сил Украины. Ну, я не вижу, чтобы они выполнялись. А план призыва, да, план призыва выполняется. Почему? Потому что ставится задача, есть план призыва на войсковый комиссариат, он обязан их выполнить. Но качество особого склада, к сожалению, для многих войсковых обликовых специальностей оно не подходит. Вопрос в другом. Мы хотим выполнить план мобилизации или мы хотим победить? Потому что то, что сейчас происходит на фронте, сейчас главное не проиграть. Так вот, для того, чтобы не проиграть, необходимо не просто провести план мобилизации, необходимы драконовские методы. Как я это вижу, это тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Не обязательно это должна быть передовая, это может быть оборонные какие-то предприятия. Это может быть тыл, логистика. Можно в какую-то другую обертку обернуть. Там, резервисты и так далее. Но с 18 лет, включая женщин, необходимо привлечь заключенных для выполнения боевых задач. Уязненных. Так точно. А каким чином это сделать? Это же противоречить украинскому законодательству. Идет война 10 лет. Неужели не научились делать измену до законодательства? Сколько необходимо во время войны, жестокой войны, когда гибнут тысячи людей, сколько необходимо времени, чтобы принять волевое решение, взять ответственность на себя. Это же касается не только заключенных. Сколько у нас лиц, которые незаконно пытались пересечь границу, чтобы уклониться от выполнения своего обовязка. И не идет речь об обовязковой мобилизации заключенных. Идет речь о той части заключенных, которая дает добровольное согласие, которая желает это делать, сражаться. И часть из них имеет опыт боевых действий, в том числе, нельзя забывать. Ну, а те, кто намагаются втекти через кордон? Ну, этих лиц можно привлекать, к примеру,
для оборудования инженерных фортификационных укреплений, для работы на оборонных предприятиях, если они есть в Украине, для обеспечения прохода минно-взрывных заграждений. То есть на инженерно-саперные задачи. Почему бы и нет? Можно даже оружие не давать. Их не обязательно непосредственно передовую направлять. Росія робить це вже починаючи з 22-го року. Є там ПВК «Вагнер» і Міністерство оборони Росії, загони «Штурм-Зет», вони комплектуються повністю з ув'язнених. З одним із таких рот «Шторму» ти якраз воював зі своїм батальйоном у селі Благодатне. Скажи, будь ласка, ну там інші умови, там є жорсткий репресивний апарат виконавчий, там за порушення дисципліни в таких загонах розстріл на місці. І там був випадок, ти мені сам показував, ув'язнений, навіть застрелився, коли вже був поранений, але не здався в полон, російський ув'язнений в Благодатному. Як контролювати, встановлювати дисципліну в таких загонах, з таким контингентом з ув'язнених або тих, кого там примусово мобілізують? Только один вариант. Для офицерского и сержантского состава, командного состава, который будет управлять данной категорией військовослужбовцев, это не заключенные офицеры, сержанты. Должны быть назначены или добровольно пришедшие. Для них должны быть особые полномочия. Они должны быть освобождены от уголовного преследования, потому что ни о каком уставе, ни о каких законных рамках при управлении данной категории військовослужбовцев речи быть не может. Угу. Да, жестко. По-другому никак. Иначе управлять будут уже они. Еще и с оружием в руках. И здесь нет ничего дикого. Это обыкновенное зэковское понимание силы. То есть бей слабого. Если ты не можешь повлиять на зэка силой оружия, словами ты не повлияешь. А в сбройных силах Украины сейчас нет ярких рычагов для того, чтобы управлять личным составом. Если у меня завтра на позиции бойцам станет скучно или станет слишком опасно для их жизни, и они захотят ее бросить, явных рычагов для управления у меня нет. Потому что если я их начну расстреливать, я стану по ту сторону закону. То твоя идея використовувати весь наявний людський ресурс, який можна застосовувати. Максимально. Плюс вы не забывайте, что освободятся надзиратели, или как они там сейчас называются, освободится часть полиции и так далее, и так далее, и так далее. Нагрузка с правоохранительных органов частично упадет, соответственно, можно будет привлечь часть полицейских для выполнения задач на фронте и так далее, и так далее. Если, оговорка, если мы хотим победить, потому что если будут какие-то договоренности, я не исключаю такую вероятность. Это невозможно, мне все говорят, это невозможно, столько трупов, столько горя, столько изнасилованных женщин, столько разрушений, убитые дети, невозможно. Друзья, я это слышал еще в 2014-м. Я это потом, через полгода, я не узнал страну, когда я из плена вернулся. Это была другая страна. Прекратите стрелять, тогда уже началось там. И так далее, и так далее. Если я в чем-то не прав, пускай мне расскажут. И подскажут, где можно еще взять другие мобилизационные ресурсы. То есть сделать так, как делает российское министерство обороны. Штурмовые роты. Як ты це бачиш організаційно? Варіанти можуть бути різні, ну абсолютно різні. Вплоть до того, що не давати в руки оружие, просто привлекати для осуществления проходу в мінно-взрывних заграждениях. Варіанти можуть бути робота тільки з крупнокаліберним оружием, к примеру. Це можуть бути штурмові підрозділення, як це делали вагнеровці. Но і командний состав там має бути хорошо підготовлений. Тому що действовать придется жорстко. Будут ли они освобождены потом, какие им гарантии, это не мне решать. Это решает народ Украины, правительство. Mm-hmm. У меня сама идея. Тобі треба, як командиру, мати людей, да, які будуть виконувати твої завдання.
Скажи, якщо тобі дати під командування от таку експеримент провести, дати тобі сформувати роту з ув'язнених в своєму батальйоні, ти візьмешся за це? Будеш відповідати за цих людей? Легко. За дисципліну? Легко. З одним словом, ще раз говорю, повинні бути особливі повноваження. Это был бы один из наиболее боеспособных подразделений. И даже в наших условиях позиционной войны сейчас у меня есть мечта освободить Донецк. Почему бы и нет? Сердце Донбасса. Але насправді, ну, ув'язнених, якщо подивити статистику, в Україні, ну, набагато менше, ніж в Росії. В Росії їх там сотні тисяч, в Україні там 55, наскільки я чув. Далеко, звичайно, не всі можуть бути мобілізовані. Я думаю, що там менша частина, звичайно. Бо це здоров'я і багато інших обмежень. Ні, є ще другий варіант, о котором ми сьогодні не говорили. Тобто я ж поки говорю о драконовських методах. Даже привлечення заключених, це, ну, скажем, не совсем правильно. Мы же стремимся в Евросоюз, в НАТО. 10 лет идет война. Пожалуйста, можно не привлекать эти ресурсы, можно не гнать такое количество личного состава на фронт. Армия дронов, военно-промышленный потенциал там, нарастить и так далее, и так далее. Действуйте европейскими методами. Кто мешает? Кто мешал 10 лет этим заниматься? 10 лет. На позиции сидит там пару бойцов в качестве наблюдателей. Или просто пальцами показывают, на врага смеются, как они погибают. Вражеские солдаты. Потому что везде дроны, везде наши украинские боеприпасы, артиллерия. Все гремит. В тылу работают заводы подземные, там какие угодно. Производятся мины, снаряды. Ну, это идеальная картина, да? Так 10 лет. 10 лет. Это огромная цифра. 10 лет. Кто мешал? Ну, это зрозуміло. Зараз ми з тобою говоримо, що робити сьогодні. На жаль, да, це да, було поэтому мы вынуждены приходить к, скажем так, не ко всем популярным методам. Это не из-за того, что мы такие злые или вот такие вот у нас. Да, нехорошие мысли. Это вынужденная мера. Вынужденная. Надзвичайний захід в умовах відсутності системних рішень. Як ти думаєш, чи оптимальна зараз у нас система підготовки? Чи якісних тобі поповнення надсилають після учбових центрів? Ніяк, ні. Підготовка ужасна. Качество відбору личного состава, яке проводить військовий комісаріат, або як вони зараз називають, територіальні центри комплектування, просто поражає своей изысканности, скажем так, потому что я это как бы характеризовать одним словом ужас. Ужас. Чи не вважаєш ти за доцільне, щоб учбові підрозділи були створені безпосередньо в бригадах, щоб кожна бригада могла, ну, от як ти має затверджений план підготовки і для себе готує солдат, щоб ти сам для себе тоді визначав стандарти підготовки, інтенсивність, можливо, залучав з числа досвідчених офіцерів, сержантів, інструкторів тимчасово для цього учбового підрозділу, щоб оці 3 місяці це вже була відповідальність самої бригади? Ну, не буду за всі збройні сили говорити, в 68-й бригаді така підготовка проводиться. Самой бригаде, за винятком окремих військово-облікових спеціальностей, тих, які невозможно бригаді підготовити. Скільки часу ти додатково ви витрачаєте в 68-й бригаді на підготовку піхотинців, які вам поступають з учбових центрів? В місяць виходить 7-8 днів, неділя, в місяць. Тобто четверть времени. А якщо людей мобілізовувати з 18 років, молодих людей. Якою ти бачиш підготовку, наскільки тривала потрібна підготовка на фронт? А от їх якраз треба підготовити так, як в своє время підготовили 47-ю бригаду. Вони повинні проходити обучення за границею, їх повинні обучати і офіцери. Вони повинні обучатися по останнім натовським методикам, вони повинні говорити по-английски изучать дроны, сверхсовременные достижения военно-промышленного комплекса натовского и так далее, так далее. Получать это оружие, которое изучает, и с этим оружием уже возвращаться сюда, в Украину. Только им потребна тривала подготовка. Их надо беречь, во-первых, максимально.
Это молодежь, это наше будущее. Их надо на руках носить. И если их использовать в боевых операциях, их нужно беречь максимально. А для этого они должны быть подготовлены максимально. Надо их беречь, нельзя их бросать сразу в пекло. Молодежь — это будущее Украины. Это те, это тот, они будут отстраивать, они будут рассказывать, как нам нужно будет жить. Они, если это нас в живых. Потому что если они погибнут, то решать судьбу, кто у нас будет президент, кто нами будет управлять, как будут жить наши внуки, будут зэки, которые к тому времени выйдут из тюрьмы. В том числе, ведь они тоже граждане Украины, имеют право голосовать, насколько я знаю. Такий достатньо маловідомий факт своєї біографії, що за те, що ти намагався війти в Донецьк ще до 22-го року, тобто продовжував воювати на фронті, тебе колись привезли в кайданках. Як це тебе заарештували за участь у війні? А, це замечательна історія була. Ми збирались, наша задача була, задача нашої групи була. На мой взгляд, самая благородная задача, которая только может существовать вот за все эти 10 лет войны, это освобождение наших украинских пленных. А с точки зрения тогдашнего закона, тогдашней власти, это был терроризм, организованная преступная группа. Тогдашние власти, страшные люди. Это в 2020 году было. Да, это было в 2020 году. Страшные люди, которые зачем-то решили, как они там рассказывали, господи, дайте вспомнить, ускладнение международных взаимовидносин. Это провокация военного конфликту с метою ускладнення міжнародних взаємовідносин. Ну, по мені теж таку ж справу завели. Тільки пізніше, в 21-му. Да, то есть за те, що ми пытались освободить пленних, зайти в Донецьк, да, була така смішна історія. Ну, ти був командиром групи ГУРМО, спецпідрозділу, який готувався яку провести операцію? Освобождение пленных в тюрьме изоляции города Донецка. И то, что я сказал, смешная история, на самом деле это было совсем не смешно. Потому что операция была сорвана, пленных мы не освободили. И это был очень сильный удар по морально-психологическому состоянию моих бойцов. Чувствовать себя преступником в своей собственной стране только за то, что ты пытаешься кому-то спасти жизнь. Было, мягко выражаясь, неприемлемо. Скільки часу ви готувалися до цієї операції? Полтора года. Именно к этой полтора года. Были же другие операции. Просто это самое известное. Были другие операции, успешные. Як була провалена ця операція по тому, щоб штурмувати тюрму в Донецьку? Нас взяло штурмом спецподразделение СБУ «Альфа». Ви всі були затримані? Всі, да. Ми якраз вернулись з Мар'їнки, виконували другую боевую задачу, сейчас уже об этом можно говорить. Вернулись с Мар'їнки и за БК, пополнить БК, и нас взялись. Стосовно бійців твоєї групи, як склалась їх доля далі, що вони зараз роблять на війні? Мой лучший друг, я его похоронил на Украинке. Он хотел в Донецке, но я подозреваю, что это еще не скоро мы туда войдем. С тех, кого задержали, двое из семи, да, получается, семи. Ну, тут же дело не в цифрах. Учитывая жестокость этой войны, я не могу сказать, что это приемлемая цифра, потому что это мои друзья. Ну, я просто зустрічався цією групою, да, пам'ятаю цих людей, і хотів просто задаюся питання, тому що чи знято з них звинувачення, і чи повернуть їх речі хоча б рідним після того, як вони загинули за Україну? Ті речі, які їм принадлежали вже в Збройних силах, вони погибли в Збройних силах, ті вернули, а ті речі, які були взяті при аресті, ні. Ні деньги, ні вещи. Досі. Да.
Нет извинений. Черт с ним, с этими вещами. Ладно, вытащили там, у Родиона из кармана там, несколько сотен долларов, которые он откладывал, мы же зарплату не получали, которые он откладывал своему больному отцу. Ладно, Родион уже мертв, погиб. Но извинения хотя бы. Мне недаром не нужны эти извинения. У меня слишком крепкая нервная система. Бойцам, вы же не знаете, кто из них завтра выживет, а кто нет. А чувствовать, что ты когда-то был в роли преступника, ну, это неприятно. Вот. Ну, сподіваємось, що співробітники СБУ подивляться все ж таки ефіри, і слідчі управління, ці ганебні для держави насправді кримінальні справи, всі позакриває, всі наявні речі все ж таки поверне українським воїнам, які гідно захищали Україну, і насправді зараз можна подивитись, чим вони займаються на фронті. А діла закрили. А закрили? Діла закрили, да, в феврале місяці, 22-го. А, закрили все ж таки. Да, должен был быть суд, насколько я помню, в конце февраля. Россияне прервали эту задумку, зашли. Виявилось, що все ж таки міжнародну напругу створював не ти, а все ж таки Російська Федерація. Слідство з'ясувало за роки слідства, що це були інші винуватці. Не знаю, не знаю. Ну, в результаті нам, да, нам все простили, сказали, що ми молодці, що Київ треба захищати, ребята, ребята. І ви пішли захищати Київ. Да, ми пішли захищати. З несколькими пістолетами, з двома ящиками бутилок зажигательної смеси. Потом уже спустя время появились новые бойцы, появилось оружие. Первые несколько дней мы на баллоне гоняли за так называемыми диверсантами. Я на самом деле не знаю, диверсант или нет, шуму тогда было много. Мне поставили задачу уничтожить МТЛБ, по-моему, стрела, которая там машину раздавила. В результате меня чуть два раза не расстреляли тероборона. Я чудом остался жив со своими бойцами. И я думаю, это очень хорошо, что мы все-таки не расстреляли там ТЛБ. Просто нас остановили, мы его не догнали. Потому что, насколько я понимаю, не исключено, что там были наши. Это была МТЛБ 72-й бригады. Я выскакивал из машины. Їх теж розстріляли свої, на жаль, не було. Да, я вискакував з машини, на мене тут одразу куча стволів. Вот, это я просто уже анализер понимаю, как я близко был к смерти. На русском языке, тут еще Лермонтов, в гражданской форме одежды, весь в автоматах, пистолетах, на гражданской машине. А потом базировались, нам сказали, что танковый прорыв должен быть. Скорее всего, на Жуляны. Либо есть вариант высадки с воздуха. Мы выдвинулись на Жуляны. А как оказалось, там есть личный состав. Мы думали, никого нет, никто не обороняет. Личный состав. Горит наша машина с БК украинская. Кто-то там раненый лежит. А что это было? Обстрел? Да, друг друга перестреляли. Сидят бойцы с круглыми глазами. А с нами был Кривонос, генерал. Ну да. Да, с нами был Кривонос. Какие учёлы в то день оборону аэропорта? Так я помню, как это было. Расскажи. У нас поначалу было, по-моему, там 6 или 8 человек. И с нами был Кривонос, пришел Кривонос. Потом мы выдвинулись на Жуляны. Когда узнали, что Кривонос, еще там подтянулись, уже его бойцы, человек 10. Мы заходим на Жуляну. Личный состав есть. Там даже окремый пол президента Украины был, Дозор, Альфа, то есть не Альфа, Омега и так далее. Куча всего было. А задаешь конкретный вопрос, кто старше, старшего нет. Вот нет старшего. Кто командует обороной? Кто принимает решения? Нет никого. Сидят бойцы голодные, с круглыми глазами, пулеметы во все стороны. Куда-то стреляют. Старшего нет, никто не руководит. Ну, я Кривоноса до этого не знал, мы не были знакомы. Ну, Кривонос, ну, я тогда временно старше. И все сразу, куча радости. Все, вы старше, все, давайте приказы. И вот сел так, Кривонос взял в чашку кофе и стал уже руководить. Дуже цікавий момент, до речі, бо зараз офіційно Міністерство оборони не визнає, що Кривонос взагалі там керував. І проти нього теж порушена кримінальна справа за те, що він там пошкодив
під його керівництвом було пошкоджено або знищено якесь майно? Ну, я не знаком з уголовним ділом. Я знаю тільки одне, що на той момент, як я це розумію, як я це бачу, йому дали всі повноваження. На тот момент то, что я видел, те документы, которые я видел, те должностные лица, которые приезжали, ему была дана полнота власти. Генерал Кривоносов была дана полнота власти, и он хорошо справился. Оборону Жуляна осуществили, высадки десанта с воздуха не было, танковые колонны не прошли, диверсанты не проникли. И плюс еще наши бойцы работали под Києвом довольно-таки успешно. Як ти бачиш от системні зміни? Ну, главное же не найти крайнего виновного, козла отпущения. Главное это посмотреть, какие есть у тебя позитивные решения, какие есть, самое главное, негативные, которые ведут к потере живой силы личного состава, к технике, к провалу операции. И что надо сделать, чтобы этого по возможности не было. Это обязательно должно быть. А я не знаю, я за 10 лет этого не видел. Начиная с Иловайска, я этого не видел. Хотя вопрос поднимался еще в июле 2014 года. И Нацгвардии, насколько я помню, и в батальоне Донбасса, о том, что необходимо после каждой операции делать послеоперационного анализ. Тобто ціна того, що ми не робимо післяопераційний аналіз, того, що ми не аналізуємо і не виправляємо або не вдосконалюємо ті практики, які потрібні, це тисячі загиблих. І погибших, і пленних. Яким ти бачиш наш шлях до того, щоб перемогти у війні? Тобто стати сильними і все ж таки взяти ситуацію під контроль? Полной мобилизации людских ресурсов, и мы должны быть едины, мы должны стать украинской нацией. Едини в чому? В желании нанести поражение российской армии и возродить Украину в последующем, потому что битва на трудовом фронте будет, даже в случае победы, это будет тяжелая битва. Для того, щоб зберечь Україну. Яка у тебе є мрія? У мене внуків понянчі. Скільки їх в тебе? А ще ні. У мене є крестний, йому 2 годика. Я з ним гуляю зараз в відпустці. А діти в тебе? Скільки дітей у тебе? 2 дітей, дорослі. Людина війни. Михайло Ніколов, підполковник Збройних сил України, зараз з нами проговорив. Насправді він завжди набагато більш критично ставиться до реальності і оцінює її максимально без прикрас. Тому те, що ми зараз почули, насправді це не найжорсткіші оцінки обстановки. Легка версія. Це light version, так. Да. От. Але з іншого боку, мабуть, таке критичне таке мислення на війні, воно допомагає об'єктивно оцінювати те, що відбувається на полі бою, ухвалювати правильне рішення. Ну, така ситуація на фронті, що офіцер Збройних сил говорить про речі, які, можливо, для когось будуть звучати різко, але це думка людини, яка 2 роки на фронті, насправді 10 років на війні, 2 роки під час повномасштабної в боях, і бачить цю ситуацію з нуля і тому його думки – це думки людини, яка багато що бачила на війні і багато що розуміє і передбачає. Для мене велика честь, друже, що ви знайшли час під час першої такої короткої відпустки бути в Києві і дати інтерв'ю. Велике дякую, друже. Дякую. Честь для мене.